Бог не ищет тех, которые требуют от Него что-то. Бог ищет поклонников. Тех, которые ищут Его лица. Не все люди могут сказать, уже не я, но живущий во мне Христос. Каждый из нас должен пройти поругание, насмешки и оказаться на своем кресте. И каждый из нас должен воскреснуть. Драгоценные, слава Господу Иисусу Христу. Скажи, слава Богу. Несмотря на трудности, вообще, как проверяется человек? Как проверяется человек и как проверяется его, кто он? Не тогда, когда... И когда хорошо тоже проверяется. Но чаще всего проверяется, когда плохо. Проверяется, что... Ты становишься тем, кто ты есть, когда тебе плохо. И когда тебе хорошо, все классно, ты вот такой, ха-ха-ха-ха. У меня все хорошо. У меня все впереди, Иисус со мной, все будет, слава Богу. Когда плохо, тогда не все хорошо. И вот тогда проверяется, кто же ты. Хочешь знать, кто ты на самом деле? Вспомни о трудных временах. Если ты проходишь трудные времена, у тебя есть выбор, как реагировать на жизнь. Во времена трудностей проверяется, кто же ты. А воздашь ли ты Богу славу? Мне плохо, я даже говорить с женой не могу, с мужем. Почему ты не можешь говорить? Мне плохо. Что случилось? Трудности. Это хороший тест для каждого человека. Трудности, они помогают тебе снять шелуху и сказать, вот он я какой, вот он я такой. Когда человек начинает взрываться, орать, злиться, вот он ты, милый, да это я просто разошелся. Не-не, это ты. А потом ты прикрываешься, да ладно, все пойдет, ладно. Ты знаешь, кто ты. У некоторых начинается депрессия, вот он ты, кто ты, депрессняк. Один крикун, другой депрессняк. Иаков, брат Иисуса Христа, младший брат, Иисус уже был первенец, он говорит такие слова, с великой, радуйтесь, когда попали, великие искушения, когда залетели, естественная реакция Божьего человека, радость. Это нормальная реакция. Ну что, хочу мне радоваться. Вот это и есть. Когда ты радуешься с причиной, это значит, ты на юмореске какой-нибудь анекдот услышал. У тебя есть причина радости. У некоторых есть другая причина. Отлично. А какая причина радости у христианина? Когда попал. Когда плохо. Когда не радуется. Садишься и заводишь генератор радости. Давай. Включай радость. Ну, нужно же какой-нибудь мотив, источник. Мотив вот и есть. Мотив в сердце, внутри. Мотив Бог. Мотив там где-то находится. Ведь не вещи. Меня сын спросил, говорит, папа, он там учится в колледже в Америке. И говорит, нас иностранцев попросили сказать, какие 3 проблемы в нашей стране. И говорит, просто опишите, какие проблемы. И говорит, папа, какие у нас проблемы в стране? Говорит, наверное, маты, алкоголь и аборты. Я говорю, это проблемы. Я говорю, знаешь, какие 3 основные? Я говорю, это атеизм, материализм и гуманизм. Мой сын говорит, а что это такое? Я говорю, все остальные проблемы как следствие. Атеизм говорит, нет Бога, живи как хочешь. Нет канонов, нет законов, ничего нет. Ха-ха, живи как хочешь. Только уголовный кодекс для них, Бог. Чтобы не посадили в страхе. Атеизм вообще страшная вещь. Но материализм еще хуже. Они говорят, наверное, есть что-нибудь духовное, но вначале материя. Материя первична, материально, ха-ха, живи, ха-ха, давай. Все остальное вторично. Настроение будет хорошее, если будет материя, и все нормально. Гуманизм – это вообще такая завуалированная система. Человек, ты в центре, все хорошо, все вокруг человека, ради тебя. Забудь, что Бог есть, забудь, что там кто-то есть выше. Ты центр, ты Бог. И такой, я Бог, алкаш такой, да.
ты грязь, если у тебя нет Бога. Я сидел, и знаете, в конце года всегда есть вот этот момент, анализ. Сегодня утром мне сообщили, что умер один большой человек, президент одной крупнейшей христианской телесети в Америке. Ему было 79 лет, и он умер. И знаете, вот эти меня размышления тогда вели. This is the end. Все! Приплыл, конец, умер. Линия подведена, дебет с кредитом сводим сейчас. Я не знаю, он умер он умер только, и вот мне сообщили, и вот я думаю, что сейчас он перед Богом стоит и сводит дебет с кредитом. То есть там как, там что, плюс, минус, что там как, баланс совпадает? У каждого человека будет свой вот этот знаменатель. После этого знаменателя уже все. Но знаете, что людей больше интересует? А кто сейчас будет возглавлять то, что он там создал? А его это уже не беспокоит. Абсолютно. Ну, я же добился чего-то. Да-да-да, но это уже тебя не беспокоит. Вдруг тебя совершенно другие вещи беспокоят. Меня начинает беспокоить отношения с Богом. Ценность отношений с Богом после смерти вообще, ты начинаешь ценить вообще каждую минуту. Наша жизнь как-то устроена вот так, шах-шах-шах, суета-суета-суета, и ты, туда, здесь мы, здесь фотографировался, здесь это, здесь ты записался, о, да, я, в этот, знаете, как к городу подъезжаешь, все время что-то шумит, гудит, это как жить в девятиэтажном доме, все время кто-то из соседей, и один сидит на унитазе сливает, другой льется, третий матерится, четвертый телек включил, и вот живешь как, и вдруг даже шпак так. Ха! Некоторые люди, когда идут в горы, говорят, нам плохо, что-то я совсем неплохо. Я говорю, свежего воздуха много. Ага. Я говорю, ну подойди к машине, подыши. Подошел, ой, уже лучше. Теперь я чувствую, как дома. К выхлопной трубе подведите меня. Дыши воздухом! Неплохо от воздуха. Вот многие люди живут в шуме, и когда они остаются в тишине, они начинают сходить с ума. Они телек включают, что-нибудь включают, что-нибудь шумите, говорите мне, заполните меня. Тишина. Год подходит к концу. Ведь это хорошее время. Вот сейчас, вот, когда уже совсем под Новый год, там истерия случается. С 29 числа ты уже не можешь думать ни о чем нормально. Потому что там такое начинает происходить. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот это. А вот сейчас время, хорошее время. Я хотел людям написать письмо небольшое. И буквально вот вчера писал его, позавчера. И просто мои мысли. Письмо пастора. Дорогой друг, скоро наступает Новый год, новый этап, новый сезон, очередной рубеж. Как жаль, что в предновогодней суете люди зачастую забывают уделить время тому, чтобы посидеть в тишине, поразмышлять, анализировать. О пройденном пути, о будущем, о целях, о планах, о победах и неудачах. Взвешивать себя. Поразмышлять с Богом и спросить Его, куда я иду вообще? К чему стремлюсь? Чего хочу? И чего Он хочет от меня? Куда Он поведет меня в следующем году? Сейчас я хочу вдохновить вас выделить время для молитвы и общения с Богом на рубеже годов уходящего и наступающего. Я упражняюсь в этом уже много лет, и в конце каждого года я выделяю время для тишины, для размышления, анализа и тому, чтобы посмотреть вперед. Наша жизнь полна суеты, и эта суета, она шумная, она кричит, она визжит, как поросят, которых ты ловишь, они все время вырываются, ты все время ловишь, весь в суете, весь день за поросятами гонялся.
Знаете, как русские школьники в Америке от одного юмориста услышал, издеваются над американцами. Они взяли, принесли 3 поросят. На первом написали 1, на втором 2, а на третьем 4. 2 недели вся школа искала поросенка номер 3. Работы было много. Остановиться не могли. Они не могли понять, что, зачем русские так сделали. Прикол был не в поросятах. Прикол был в суете. Я такой даже стишок написал. Я поэт, зовусь Осветик, от меня вам всем приветик, да? Послушайте. За шумом ежедневной суеты, в тумане многих дел, в пыли два дорог своей судьбы, теряем ясный фокус мы. Но стоит только взгляд поднять, отринуть шум и суету, и будет нам легко понять, куда идти и почему я потерял свою мечту. Кто говорит мне в суете? Кто тихо шепчет в тишине? Кто знает, что же нужно мне? К нему иду, его спрошу, ему поплачусь, а потом с ним просто тихо посижу. В кристально чистой тишине все станет ясно и тебе. У каждого из нас есть свои материальные, земные планы. У каждого из нас есть планы на следующий год. И как важно, чтобы мы в этих планах выделили Богу не одно место, а выделили все место. И свои планы, и будущую жизнь мы строили не с учетом, что Богу немного места даю. Я Богу даю все место. И все мои планы в соответствии с тем, что Он хочет, а не что хочу я. Ходить в воле Божией, сказать уже не я, но живущий во мне Христос. Немногие могут это сделать. Уже я, и пусть во мне живет Христос, скажут некоторые. Пусть Христос придет и поможет мне и моим планам. Пусть Христос сделает что-нибудь для меня. Давай договоримся, Христос, я тебе что-нибудь, ты мне что-нибудь. Не все люди могут сказать, уже не я, но живущий во мне Христос. Чаще всего я вылазит вперед. Я, мне, меня, мое. Что мы ищем? Многие ищут от Бога, многие ищут у Бога, некоторые ищут Бога. У каждого человека есть свой поиск, каждый чего-то ищет. Наступает Новый год, вопрос, что в следующем году буду искать я. Я буду искать от Бога, я буду искать у Бога, уже поближе. Может быть, я начну искать Бога и прикоснусь к Нему и скажу, я вообще-то ищу тебя, а не твое. Этот переход, который мы нарисовали в календаре между декабрем и январем, этот таинственный, непонятный переход, который в действительности ничего, кроме нашей веры в то, что будет новый сезон, новый этап. Но когда мы подходим, внутри человека создается вот это убеждение, что начнется что-то новое. Я хочу, чтобы что-то новое началось. Вы желаете, драгоценные? Тогда сегодня я должен забить столбики будущего. Что же буду делать я? Как буду жить я? Какое у меня отношение будет с Богом? Будет ли у меня вообще отношение с Богом? Разбойник на кресте умер. Иисус сказал, ныне же, говорю, будешь со мной в раю. Когда тот покаялся? Я покаялся. Но Иисус не сказал, ныне будешь со мной в раю. А Иисус сказал, молодец, теперь иди. Куда, Господи? Вперед. Подскажи мне, какой путь, что мне делать, как правильно. Иди вперед. К чему-то стремиться? Стремись к чему-нибудь. Что для тебя важно? Где для тебя жизненные центры? Что для тебя жизненный центр? Для многих людей жизненный центр – это их не работа. Если начальник на работе говорит, так, ты должен остаться после работы, и для тебя жизненный центр – не семья, не Бог, а для тебя жизненный, то ты должен остаться на работе. Что для тебя жизненный центр? Твое имя, репутация, отношения с Богом. Почему Бог допускает трудностям приходить? Чтобы всколыхнуть наши фундаменты, и чтобы шелуха обсыпалась, и чтобы мы сказали, Боже, я не там строю. Я хочу перепроверить схему планов строительства. Я не на том месте начал закладывать фундамент. Боже, я хочу вернуться, прийти к Тебе и хочу копать там, где нужно копать.
Почему иногда сколыхивается наша жизнь? Чтобы мы начали молиться горячее, да? Почему бы нам не молиться горячее, когда у нас все хорошо? Но молитва становится сильной, когда наступает гонение, когда трудности наступают. Ой, Господи, Господи, ой, слава Тебе! Чтобы мы научились кричать «Господи», когда нам хорошо, и прибегать к Нему. Но снова приходит шторм, и снова воду нужно вычерпывать из лодки, и снова он идет по воде, намереваясь пройти мимо. Боже, что мне делать? У каждого есть выбор – вычерпывать воду, закричать «Господи, войди в мою лодку», или сказать «Можно я тоже пойду по воде?» У каждого человека разные. Одни люди говорят, помоги, Господи, мне вычерпать воду, дай мне силенок, благослови меня, чтобы я вычерпывал воду, дай мне силы побольше. И знаете, многие люди так вычерпывая спасаются. Другие говорят, Иисус, что ходишь, залази сюда. Иисус залез, давай, бери. Иисус приходит, говорит, давай вместе, ну хорошо, ты этого хочешь. Некоторые говорят, шторм, лодка тонет, Боже! Я хочу ходить по воде. Конечно же, такие люди получают осуждение. Как ты смеешь? Ты знаешь, кто ты, а кто он? Ты знаешь, откуда ты? А он откуда? И вот и Петр идет по воде. Из своей утопающей реальности он идет в реальность жизни вечной, воскресения, Царства Божьего. Он идет в новую реальность, небесную реальность. Ты ищешь от Бога, ты ищешь у Бога, или ты ищешь Бога? Каждый что-то ищет. Я этот вопрос задаю себе снова и снова. Что мне нужно? Господи, мне нужно от Тебя или мне нужно Тебя? Сердце Божье радуется, когда мы поворачиваемся к Нему и говорим, я хочу Тебя. Я хочу побыть с Тобою. Я хочу быть другом Твоим. Я хочу питаться Тобою. Я хочу наполняться Тобою. Ты нужен мне. Я не хочу песенку спеть для тебя. Я хочу поклониться тебе. Бог не ищет искателей у него. Бог не ищет тех, которые требуют от него что-то. Бог ищет поклонников. Тех, которые ищут его лица. Я хочу, чтобы он искал меня. Знаете, вот это интересная вещь. Бог ищет себе поклонников. А кто будет поклонником? А тот, кто ищет лица Божьего. Кто приходит и говорит, я поклоняюсь тебе, Боже. Даже если все плохо, даже если все ужасно, я поклоняюсь Тебе, Господи. Я прибегаю к Тебе, я ищу лица Твоего. Я хочу Тебя, Ты нужен мне. Я поклоняюсь Тебе, Господи. Многие уже поклоняются тому, что у Бога есть. Я поклоняюсь Твоим силе, я поклоняюсь Твоему действию, я поклоняюсь процветанию, которое от Тебя исходит. Но это неправильное поклонение. Господу Богу одному поклоняйся. Ему одному. Возлюби Его всем. Всем. Всей душою, внутренностью, всем естеством твоим. Гонения приходя, они вскрывают. Люди, которые глубоко пустили корни. И люди, которые пустили по поверхности корни. Глубокие корни помогают устоять. Поверхностные корни, они не помогают устоять. Наши величественные тиньшанские ели на Медео, вы помните, красивые были раньше, да? Высокие, 200-летние, стоят красивые. Как я ими гордился. Прошел дождик, снег растаял, ветер подул. И я пришел, как будто бы атомная катастрофа. Все лежит, как будто бы... Оказывается, корни по поверхности шли. Они не глубокие были, они по поверхности. Говорят, там скалы, там корням трудно зацепиться. Они по поверхности. И когда началась цепная реакция, они начали валиться, все упали. Для меня этот ветер, как ветер гонений. А на чем твои, мои корни? Твои. На чем, как глубоко они зашли? Мне один человек, специалист в области сада, говорит, знаешь, говорит, если ты каждый день поливаешь, я говорю, давай два раза в день я буду поливать там по чуть-чуть, чтобы всегда водичка была. И он говорит, ну хорошо, да, все будет зеленое. Говорит, ну знаешь, что растения поймут?
что корни нужно по поверхности пускать. Их не нужно вглубь, их по поверхности. И говорит, стоит тебе пропустить 2 дня, они высохнут. Я говорю, серьезно? Он говорит, поливай лучше 1 раз много, чтобы вода ушла туда, а потом хоп, и не дополивай. Растение, конечно, будет возмущаться. Что за дела? Полил меня быстро. 7 утра по графику надо поливать. Да нет, братан, давай корни пускать. Когда возникает напряжение периодически для растений, они начинают искать, ладно, ладно, и пошел корни пускать. Да что там? Этот хозяин жестокий, воду жалеет для нас. Придется в землю рыться. Бог, что за шторм опять? Опять шторм. Да-да-да, корни. Опять мне труд. Давай туда вглубь. Да, я не хочу. Я хочу, как в Америке, чтобы аллилуйя, трава зеленая. Пускай корни. Если поливать каждый день и не создавать трудности, когда не создаются трудности, тогда нету глубоких корней. Нет глубоких корней, тогда ветер подул и свалился дом тот. Потому что он не стоял на хорошем фундаменте. Не было корней. Пускай глубокие корни. Легкие времена, они создают для христиан, они начинают дурью маяться. Они начинают глупостями. Ой, и что там за пророчество в последнее время? Расслабься, тебе Бог нужен, корни пускать. А как будет на небе? Придешь, разберешься. А мне сейчас хочется узнать. Начинают становиться модными те, которые начинают сказки христианские, фантастику рассказывать. Ты когда придешь на небо, там будет... Да-да, а что там еще будет? Что... Расслабься! Ты еще туда не пришел! Можешь тебе рассказать про ад, как плохо там будет? Пускай глубокие корни в отношения с Богом. Многие воспринимают отношения с Богом, это технология выпрашивания. Я ищу Бога, Бог дает, я получаю, я требую, выпащиваю, молюсь, вымаливаю, получаю, давай. Как будто бы, знаешь, вот такая злая продавщица, которая не хочет давать, и ты ее должен убедить какими-то аргументами. И ты пытаешься Бога убедить, что ты имеешь на это право. Когда у меня есть Бог, и у меня есть отношения с Ним, тогда у меня есть все. Когда Иисус говорил о блаженствах, давайте откроем Матфея. Матфея, Новый Завет. 5 глава. Иисус говорит слова, увидев народ, с 1 стиха. Он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики. И открывший свой рот, он учил их, говоря, блаженны. Слово блаженны некоторые переводят как блаженны, некоторые переводят как благословенны, некоторые переводят как счастливы. Вот эта комбинация блажен, благословен, счастлив. Вот такое слово, оно такое многосложное. Ну, в общем, хорошо вам, блаженны, благословенны, нищие духом. Ибо их есть Царство Небесное. Что значит быть нищим? Есть бедный. Разница между бедным и нищим очевидна. У бедного есть что-то. Немного, но есть, он бедный. У нищего нет ничего. Нищ, бедный, еще пытается там как-то изображать. Да я не такой уж совсем и бедный. Но... Нищий, ему все равно. У него ничего нет. Я нищий. Ему все равно, что ты подумаешь. Ему вообще все равно. Жрать хочется. И если ты последний человек на автобусной остановке, он хочет все от тебя получить. Он готов на все. Нищий духом. Есть сытые духом. Богатые. Духовно богатые. Ожиревшие такие. А есть нищий. Нищего ничего не остается, у него ничего нет. Благословенный нищий духом. Ибо их есть Царство Небесное. Интересно, не будет, а уже есть. Момент, когда у тебя появляется Царство Небесное, это тогда, когда ты становишься нищим в духе. Не будет Царство Небесное, а есть. Блаженны плачущие.
потому что они утешатся, успокоятся. Благословенны кроткие, ибо наследуют землю. Благословенны алчущие, жаждущие правды, ревностные, насытятся. Блаженны милостивые, ибо помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, увидят Бога. Блаженны миротворцы, их назовут сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Вот тоже интересно, да? Ибо их есть Царствие Небесное. И блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. И блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы! Круто вам! Классно! Когда будут материть вас, ругать, поносить и гнать, и всячески неправедно, несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Сегодняшняя моя тема о гонениях. Я бы хотел поговорить немножко о гонениях. Давайте откроем сразу же 2 Тимофею, 3 глава. Если у вас есть, и кто пишет конспекты, пастор Сергей попросил, чтобы он вдохновил вас писать конспекты. Запишите 2 Тимофея, 3 глава, 10 стих. Ты последовал мне в учении, в жизни, в расположении. Ты последовал мне в вере, великодушии, любви, терпении. Ты последовал ко мне в гонениях со мной и в страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковы гонения перенес, и от всех избавил меня Господь. Запишите, подчеркните, от всех избавил меня Господь. Давайте вместе скажем, от всех. Что? Хорошая надежда, от всех гонений меня избавил Господь, от всех напряжений. Но, следующий стих, нужно, чтобы все подчеркнули. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, очень важный момент. Многие хотят быть благочестивыми, такими добренькие, такой гуманист. Я все добрый человек. Если ты добрый гуманист, все будет нормально. Если же ты хочешь жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Все. Все это значит все. Вопрос, когда нет гонений, или ты живешь благочестиво, но не во Христе, или ты не живешь благочестиво, но пытаешься быть во Христе. Благочестиво это значит английское слово божественный, godliness, божественный, быть божественным. Желающий быть Божьим. Все, кто желает жить по Богу, быть Божьим во Христе Иисусе, они будут гонимы. Пастор, почему нашу церковь все время ругает и ругает, ругает и ругает? Люди добрые. Мы как-то желаем жить божественно. Знаете, когда нам говорят, вот если вы начнете больше быть религиозными, традиционными, вот традиция, верить не в Бога, а в традицию, тогда все расслабится. Если вы начнете верить в традицию, тогда все станет нормально. Начните верить в традицию. Традиция или живая вера в Бога. Сделайте Бога мертвым или маленьким. Пусть ваш Бог будет или младенцем, или умершим. Не нужно его оживлять. Не нужно говорить, что он живой. Желающие жить благочестиво будут гонимы. Вот они говорят, ребята, все, успокойтесь, затихните. Мне один говорит, знаешь что? Много лет назад сказал. Хочешь, чтобы все было с вами нормально? Да. Он говорит, ляг в ил, как сом. И пусть ил осядет, и все будет хорошо. Не требуши! Не надо говорить, Бог живой! Не нужно кричать, аллилуйя! Не нужно показывать, что Бог что-то делает! Мне говорит, этот атеист. Я когда смотрел, я говорю, вы серьезно? Он говорит, да, будьте религиозными. Я чувствую, как дьявол прямо через него говорит. Он такой жирный еще. Я прям представил, как рога, зеленый дым выходит. Христиане, залезьте в ил, покройтесь стеной, будьте как мухоморы. И не надо кричать «Аллилуйя!» Вас трогать не будут. Но до тех пор, пока вы будете говорить «Он живой»,
Он изменяет людей. И пока он будет у вас изменять, ребята, у вас проблема. Мы знаем, это проблема оттуда из Библии. Хочешь жить благочестиво? Хочешь быть божественным? Когда говорят, ваша музыка влияет на людей. Серьезно? Вы когда-нибудь видели, что творится на рок-концертах? Вот это показывают. Он говорит, это культура, это такая музыка современная. Когда здесь говорят, аллилуйя, ты живой, превозношу тебя, Господь. О, вы зазомбировали людей. А здесь они спели, аллилуйя, он живой. Серьезно? Сумасшедшие сектанты, изверги, хотят украсть нормальных людей, сделать их ненормальными, чтобы не пили, не курили, не будили, не материли, чтобы стали Бога любили. А? Вот смотри, вот сумасшедшие психопаты. Знаете, телеканал КТК там нас опускает всячески, а потом показывает, а теперь Хэллоуин на КТК. И они, мы нормальные! На черте и наделись, и говорят, вот это классно. А тут показывают, аллилуйя, смотрите, сумасшедшие, сумасшедшие. Они психи, смотрите, они аллилуйя говорят. Я думаю, или это с ними что-то, да? Ты виноват лишь только в том, что хочешь верить в Бога. Умертви своего Бога, и все будет нормально. И тебя перестанут трогать. Мой Бог живой. Дьявола это очень сильно беспокоит. Все желающие жить благочестиво в Христе будут гонимы. Деяния 5 глава. Апостолу Петру говорят, 40 стих. Они послушали и призвав апостолов, 40 стих, 5 глава, 40 стих. Они били их. И запретили говорить им об имени Иисуса. Отпустили их. Они избили их, сказали про Иисуса, чтобы ничего не говорили. Поняли? Поняли. Они же, 41 стих, пошли из Синедриона. Синедрион это религиозное место, где религиозники собираются, понимаете, да? Религиозники всегда бьют за имя Иисуса. Радуясь, что за имя Иисуса Христа удостоились принять бесчестие. И дальше написано, что они пошли и проповедовали везде. Запрет на проповедь живого воскресшего Иисуса. Расскажи, что он умер, и все. Не рассказывай, что он живой. Не рассказывай, что он сегодня делает чудеса. Не рассказывай людям, не говори, гонений не будет. А они пошли и благовествовали. Все закончилось, конечно же, ты скажешь, печально для Петра. Его убили? Да, он умер за Христа, но у него глубокие корни и глубокие отношения с Богом. Я хочу иметь глубокие отношения с Богом. Когда Петр остановился, и Господь ему говорит, куда идешь? Он развернулся и пошел навстречу своей смерти. Написано это в преданиях. Он умер за Христа. Блаженны изгнанные за правду. Блаженны вы, когда будут вас ругать и всячески неправильно злословить. Радуйтесь и веселитесь. У вас великая награда на небесах. Откройте послание к евреям. Вы помните, евреям 11 глава, глава веры. Где они творили чудеса, где они многое сделали, где они побеждали, укрощали, останавливали. Но там есть вторая половина. С 36 стиха. Вторая половина, которую редко цитируют. Она, конечно же, есть в Библии, но все любят до 36 стиха. Современные христиане любят до 36 стиха, где они побеждали на позитиве, чтобы все хэппи-энд был, счастливый конец. Другие испытывали поругание, 11 глава, 36 стих, и побои, а также узы, узы это аресты, и темницу, тюрьма, были побиваемы камнями, их перепиливали, подвергали пытке, умирали от меча, они скитались
в лохмотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления от людей. Те, которых весь мир... Вы представляете? Дети Божии. Куда Бог смотрит? Вообще удивительно, как Иисус, вот послушайте, как Иисус мог обещать нам гонение. Каждый христианин проходит путь Христа. Был момент, когда он просто был сыном плотника Иосифа и Марии. Потом наступил момент, когда он пережил крещение и пошел в пустыню. Каждый из нас должен пережить это. Был искушаем от дьявола. Каждый из нас должен пройти этот момент искушения от дьявола. Вернулся в силе духа и начал творить чудеса. И люди говорили: «Вау, слава Богу за тебя! Молодец, вперед!» И через 3 года оказаться перед толпой людей, которые вчера кричали «Молодец!», они кричать будут «Распни!». Каждый из нас должен пройти поругание, насмешки и оказаться на своем кресте. И каждый из нас должен воскреснуть. Я хочу путь Христа пройти. Какую половину ты хотел бы пройти? А можно мне только, когда он на осле въезжал? Муж есть, поедем в Иерусалим. Сяду на мужа и вперед. А как насчет другой половины, когда он страдал? Многие прячут эту часть Евангелия. Они говорят: позитивное Евангелие, добренькое, никакого напряжения никаких, просто радуйся, песенки пой, исцеляй, твори чудеса, позитив. Вторая половина Евангелия – это страдания. Иисус обещал нас избавить от болезней, от демонов, от проклятий, от зла. Да-да-да. Благословить, умножить, да. Но Он одну часть оставил и говорит: ребята, а штормы, гонения не прекратятся. Это будет давление. Ну, Боже, ну зачем ты оставил? Нельзя было все вычеркнуть и все. Мы хотим жить в земле счастья. Бог говорит: вот смотрите, какая нечестная игра. Он приходит и говорит: выходи, я даю тебе землю обетованную. Моисей: да ты что, вот тебе чудеса, вот знамения. Шух-шух-шух. Вышли, пришли к земле обетованной. Зашли туда, вернулись, говорят: слушай, Моисей, там все классно, только там великаны живут. А так все классно. Вопрос к Богу. Знаете, как этот, я дарю тебе машину, там на улице стоит, правда, там 3 мафиозника стоит вооруженных. Ну, ты возьми подарок, это тебе. Я тебе даже документ могу дать. Иди со жлобами поговори. Тебе нужно еще этот выбить. Да ладно, я на автобусе как-то. Зачем мне сейчас с ними разбираться еще? Давай я в Египет вернусь, нормально. Мне ничего не надо. Ну, в смысле, я тебе подарил. Так если дарил, так что теперь? А теперь еще, оказывается, нужно еще захватить. И всю жизнь вот в этой обещанной земле они должны были сражаться за землю. До сегодняшнего дня. Всю жизнь! Всю жизнь борьба за эту землю. Я уже сказал: Господи, ну что там за земля? Там ничего нету в ней. Ни нефти. Как евреи шутят, говорят, и ходил Моисей по всей там этой, и Авраам по всей этой земле, и говорит, нашел единственное место на Ближнем Востоке, где нет нефти. Единственное место, где нет нефти. Все остальные нашли там, где нефть. И еще за нее сражаться надо, биться. Господи, ты мне сказал, что я все получу? Да, да, да. А кто вот эти здоровые великаны? А это ребята. Они охраняют благословение. Они мне добровольно передадут? Не-не-не. Они всю жизнь будут с тобой бороться. Со мной? За что? Это гонение.
Ты должен, хочешь благодати? Хочу. Знай, что будут сражения. У кого-то сражение в своем деле, у кого-то сражение в своем классе. Когда за веру свою, перед тобой будет вопрос, отречешься ты от Христа или нет? Постыдишься ли ты Христа? А ты че верующий? Да, да, я так чуть-чуть. Да. Я так иногда хожу в церковь, да, да. Кто исповедует мое имя перед людьми, того имя я исповедую перед Отцом моим. Иисус говорит, кто постыдится меня, того я постыжусь. Жить для Христа. Гонение по двум причинам. За то, кто ты есть, запишите. И вторая, за имя Иисуса Христа и за то, что это имя делает. Две вещи. Первое, за твою природу. Когда ты обращаешься к Господу, первое, что тебя хотят, ты еще ничего не сделал, но ты обратился к Господу. Господь, я хочу быть другим. Не пить, не курить, не гулять, не блудить. Да. И ты приходишь радостный, счастливый. Я к Господу пришел, Он изменил меня. И первое гонение, которое ты испытаешь, что? Зазомбировали? Теперь ты типа нормальный? Теперь мы типа грешники, да? Знаете, когда вот кто-то обращается к Богу, всем становится плохо не от того, что он обратился к Богу, а от того, что теперь они смотрятся на их фоне отвратительно. Когда собирается, я помню, мой одноклассник пригласил меня, и когда там у него свадьба была, все, я пришел, и он знал, что я верующий, и все знали, что я верующий, но никто не, все думали, верующий как традиционный верующий. Как некоторые попы, как на квасе, там. А я сижу, аллилуйя. И все так раз, ну что, наливать? Я говорю, о, вы что, я в Бога верю, я верующий, я христианин. Он говорит, я тоже вроде. Я говорю, серьезно, а вы Библию читаете? Нет, а зачем? Потом вокруг меня вакуум образовался. Все пытались отсесть от меня. Один праведник сидит. Потом, когда все расквасились и стали по очереди приходить, говорит, да, я грешник, я это знаю. Я грешник. Ты смотришь на меня, да? Осуждаешь? Я говорю, не, не осуждаю. Бог меня судит, да? Я в ад пойду, я готов на это. Вся моя жизнь ад. Это все равно, что когда человек становится верующим, как будто бы свет у него такой, он светящийся, заходит там, где вы, знаешь, все и бум, свет включает. Выключите его! Заткните! Люди ненавидят свет, когда их будет, да? Для них свет противен. Это все равно, что ты приходишь туда в мрачную с прожектором. Что люди сделали с Моисеем, когда он светиться начал? Мешок на голову. Помните, в Библии написано? Он светился, первое, что... Почему мешок? Им плохо было. Написано, что им было плохо стоять рядом с Моисеем. Им было плохо, потому что они понимали, кто они. И говорили, давай мешок сошьем Моисею. Моисей делал мешок, все, на люди нормально ходят. Снимает мешок, смотрит глазами небо, они стоять не могут. Первое, тебя будут гнать за твою природу, за то, кто ты есть. Они будут пытаться тебе, из тебя сделать своего. И вот этот компромисс, да ладно, что ты там, да, ну верующие, все же верующие, немножечко там все нормально. И тогда рождается вот такая гуманистическая церковь. Все нормально. Будь как все. Все люди боги. Нет. Я хочу быть как Он. Я хочу стоять во свете. Я хочу любить как Он. Я хочу наполняться Его духом. Я хочу быть божественным. Вторая причина, за что тебя гоняет. За проповедь Евангелия, подтвержденную чудесами и знамениями. Многие люди превратили проповедь Евангелия в добрые рассказки. Ой, Иисус такой хороший, да-да-да, Иисус добренький, да, будь добреньким. Как один, я смотрел недавно передачу, постарайся быть хорошим.
Священник говорит, я говорю, в смысле постарайся? Постарайся, вот заставь, не напрягись. Что значит напрягся? Я внутри другой человек, я новое творение. Мне не нужно немножко постараться быть новым творением. Мне не нужно стараться, старайся быть новым. Я новое творение во Христе Иисусе. Старое прошло, а теперь все новое. И на это сказать надо. Мне не надо стараться. Я стараюсь, чтобы не быть хорошим. Я сотворен по Богу. У меня мысли божественные. Я по-другому живу. Мне не надо стараться. Невозрожденному человеку ему нужно стараться. А возрожденному стараться не надо. Это естественно для него. Это часть мышления, это часть, это его внутренность. Когда такая спокойная гуманистическая проповедь, да, все хорошо, успокойтесь, да. Да, все люди, миру мир, солнечный круг, небо вокруг. Да. Ничего подобного. Когда я прихожу и начинаю проповедовать, и молиться, и проповедь подтверждается чудесами и знамениями. Тогда начинается сопротивление. Мы пришли к Богу и уповаем на Бога, и ищем Бога. И Его сила действует через нас. Две вещи, за что тебя будут гнать. За то, кто ты есть. И первое, что дьявол захочет сделать, чтобы ты был как все остальные. Второе, за то, что ты делаешь и проповедуешь, и как ты живешь, чтобы ты ничего не делал. С нас просят две вещи. Не говорите что-нибудь, что люди, они теперь другие, ты другой. Иисус и Писание говорит, что ты другой, ты не от мира сего. Иисус говорит, я вас взял от мира сего. Ну как, он забрал, в смысле, вы считаете себя лучше другими? Мы не считаем лучше. Писание говорит, Иисус сказал, Иисус считает. А Иисус сказал, Он сказал, вот он говорил, а? Что вы одни, а Иоанн даже подтверждает, мы от Бога, а весь мир лежит во зле. Представляете, что Иоанн, как он думает вообще? Это не гуманистично? Неправильно так думать, Иоанн, но считает, он с Иисусом знаком был, что весь мир лежит во зле. Весь мир, им не нравится, когда говорят, что вы считаете, что мы во зле? Нет, нормально, когда вы одеваете на себя дьявола и по телевизору показываете. Это нормально, да, так нормальненько, это ваша естественная природа. Вам даже не нужно одеваться особо. Но костюмы подчеркивают тех, кто вы внутри. Как пустить глубокие корни? Я не удивляюсь, когда приходят гонения. Я удивляюсь, что люди, у которых корни на поверхности, они быстро отваливаются, не выдерживая трудностей и давления. Давление, гонения, трудности – это часть Евангелия. Мы говорим, что мы в Господе, и все будет хорошо, но когда бывает плохо и шторм, Иисус идет мимо, и Он намеревается пройти мимо, и Он ожидает, что ты скажешь, можно я пойду по воде? И в этот момент Он возвращается с тобой в лодку. И шторм прекращается. Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод, было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников, приносит для вас благословение. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики. Люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала Синод? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы. У нас нет заграничных американских хозяев. У нас нет мегакорпораций, которые бы были дочерние предприятия. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне?
Тогда большая просьба. Поддержите меня, поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал Синод, в это служение, она принесла большой эффект, и многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал CNL – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алма-Аты, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем CNL. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке CNL помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас.